Всем привет! Вы на канале Pixelenger. В этом видео я нарисую по клеточкам суперкота. На моем канале уже выходило видео, как я рисую вот такую девочку Леди Баг. А в этом видео я нарисую ей друга суперкота. Рисунок будет всего лишь на одну клеточку выше, поэтому можно их нарисовать будет рядом на одном большом листике. Я беру черный маркер. Нужно взять хороший маркер или фломастер, потому что черных клеточек будет много. Еще я беру два зеленых фломастера, темный, светлый и желтый. Начинаем рисовать от верхнего левого угла. Отсчитываем, не касаясь бумаги, справа 4 клеточки. Раз, два, три. На четвертой останавливаемся и закрашиваем 4 клеточки справа по горизонтали. Две клеточки вниз. И теперь вот эти 4 клеточки тоже закрашиваем черным. У этих трех клеточек находим серединку, идем вниз. Одну клеточку закрашиваем. Идем по диагонали вниз, влево. Три клеточки закрашиваем вниз по вертикали. Еще три клеточки вниз. Теперь поворачиваем вправо. Две клеточки по горизонтали закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, две клеточки по горизонтали вправо закрашиваем. Теперь идем по диагонали вниз, две клеточки закрашиваем по горизонтали вправо. И теперь 5 клеточек вправо. Теперь идем вверх по диагонали вправо, две клеточки вправо закрашиваем. Одну клеточку по диагонали вверх, две клеточки по горизонтали, три клеточки вверх. Теперь поворачиваем влево, по диагонали вверх идем, три клеточки закрашиваем вверх по вертикали. Одну клеточку по диагонали вверх, влево. Теперь здесь нужно будет нарисовать большой квадратик 3 на 3. Здесь симметрично отмечаем клеточки. И рисуем квадратик 3 на 3. Всего 9 клеточек закрашиваем. Если не успеваете рисовать по моему видео, внизу под видео будет подсказка, как рисовать. Теперь от вот этой клеточки еще одну клеточку закрашиваем влево. А от вот этой клеточки идем вниз и рисуем полосочку влево по горизонтали вот сюда. Теперь будем рисовать маску, волосы этому суперкоту. От этой клеточки идем вверх, две клеточки по вертикали закрашиваем. И от вот этой клеточки вверх две клеточки закрашиваем. Теперь от этой клеточки, будьте внимательны, найдите эту клеточку, ведем линию вот сюда вправо по горизонтали и вот эту длинную полосочку закрашиваем черным. Теперь от этой клеточки идем вправо и вот здесь 4 клеточки квадратик обводим, закрашиваем. От этой клеточки пропускаем 2 клеточки, не касаясь бумаги. Раз, два, на третьей останавливаемся. И закрашиваем 4 клеточки вправо полосочку. И от вот этой клеточки идем вправо 4 клеточки. Закрашиваем по горизонтали. Теперь от вот этой клеточки одну клеточку перепрыгиваем вправо. И 4 клеточки еще закрашиваем по горизонтали. И от этой клеточки вниз идем и одну клеточку вот эту вот закрашиваем. Теперь одну клеточку здесь закрасим. У этих трех клеточек находим серединку, идем вправо, одну клеточку закрашиваем. Одну клеточку по диагонали вверх-вправо закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вверх одну клеточку закрашиваем. Теперь идем по диагонали вверх-вправо, три клеточки вправо закрашиваем. И одну клеточку здесь. У этих трех клеточек находим серединку, идем вверх, одну клеточку закрашиваем.
Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем вверх две клеточки, не касаясь бумаги. Раз, два, на третьей останавливаемся. Две клеточки по горизонтали закрашиваем. Одна клеточка по диагонали вниз. И еще две клеточки по горизонтали. И теперь рисуем рот суперкоту. От вот этой одной клеточки перепрыгиваем три клеточки влево. Раз, два, три. На четвертой останавливаемся. И две клеточки закрашиваем по горизонтали. Теперь я беру светло-зеленый фломастер. Сразу раскрасим голову суперкота. Кто же устал, может оставить рисунок таким. Просто раскрасить его. Но я еще потом туловище ему дорисую. Итак, светло-зеленым закрашиваем вот здесь клеточку. И здесь клеточку. А темно-зеленым фломастером закрашиваю вот эту клеточку и вот эту клеточку. А теперь берем желтый фломастер и закрашиваем прическу суперкоту. И вот такой у меня уже готовый рисунок получился. Это маленький портрет суперкота. Можно оставить рисунок таким, кто любит маленькие рисунки. Я сейчас дорисую еще ему туловище. Берем черный фломастер и ниже вот этой полосочки 5 клеточек нужно нарисовать полосочку 7 клеточек симметрично. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз влево и теперь поворачиваем вправо. Здесь нужно закрасить 4 клеточки по горизонтали. Теперь от этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вправо и еще 4 клеточки закрашиваем. Теперь от этой клеточки отсчитываем вниз 3 клеточки. От этой клеточки тоже 3 клеточки вниз отсчитываем, обводим вот такой большой прямоугольничек. И здесь вот эта клетка остается пока белая. И вот этот большой прямоугольничек закрашиваем. Теперь еще один большой прямоугольник нарисуем. От этой клеточки идем на одну клеточку вправо и вниз. Отсчитываем вниз 4 клеточки. И от этой клеточки идем на одну клеточку влево и вниз отсчитываем 4 клеточки. Обводим следующий прямоугольник высотой 4 клеточки, шириной 7 клеточек. И тоже его закрашиваем черным. Теперь надо нарисовать ему руку. От вот этой клеточки идем влево, отмечаем 2 клеточки. И рисуем еще один прямоугольник высоту 3 клеточки, а в ширину 2. Вот такой вот обводим. Теперь такой прямоугольник закрашиваем. Всего 6 клеточек. Теперь от этой клеточки идем вверх и закрашиваем 4 клеточки влево по горизонталям. Вот здесь надо быть внимательным, чтобы у него получилась рука. Останавливайте видео, внимательно срисовывайте. От этой клеточки идем вверх. 3 клеточки вот здесь закрашиваем по горизонтали. Находим здесь серединку, вот она. Идем вверх, одну клеточку закрашиваем. И теперь вот в этом уголочке, вот здесь отмечаем здесь клеточку, идем влево и еще одну клеточку вниз отмечаем. Получается 3 клеточки, вот такой уголок, закрашиваем черным. Так, вот такая одна у него рука. Теперь с этой стороны рисуем точно такую же руку, только в зеркальном отображении. От этой клеточки идем вправо, отмечаем 2 клеточки и вверх рисуем прямоугольничек. Высоту 3 клеточки, в ширину 2, закрашиваем 6 клеточек. От вот этой клеточки идем вверх, 4 клеточки по горизонтали вправо закрашиваем. От этой клеточки идем вверх, 3 клеточки по горизонтали закрашиваем. И находим здесь серединку, идем вверх, одну клеточку закрашиваем. И теперь вот в этом уголочке закрашиваем 3 клеточки вот так вот, рисуем уголочек. Такой и закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз влево, отмечаем здесь 4 клеточки. И сейчас я продиктую, как рисовать контур одной ноги, так будет рисовать быстрее. От вот этого уголочка ведем контур влево клеточка, вниз клеточка, 2 клеточки влево, вниз 4 клеточки, 2 клеточки вправо, клеточка вверх, клеточка вправо, клеточка вверх. 2 клеточки вправо, клеточка вверх, клеточка вправо и 2 клеточки вверх. И закрашиваем эту ногу черным.
Теперь от этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вправо, отмечаем клеточку и ведем здесь контур от вот этого уголочка, 5 клеточек вниз, 4 клеточки вправо, 2 клеточки вверх, клеточка влево и 3 клеточки вверх. И вот эту ножку закрашиваем черным. И теперь осталось пририсовать хвостик. От вот этой клеточки одну клеточку вверх перепрыгиваем, 3 клеточки по горизонтали закрашиваем. Одна клеточка по диагонали вверх. И одна клеточка по диагонали вверх. И теперь снова берем желтый фломастер и вот эту клеточку закрашиваем желтым. И вот такой веселенький суперкот у меня получился. Он куда-то спешит, бежит. Теперь на моем канале уже есть компания Суперкот и Леди Баг. Такие два рисунка есть на моем канале. Схему этих рисунков я придумала сама, так что ставьте мне лайк за идею, я для вас старалась. Можете нарисовать сразу двух таких героев в большой тетрадке на одном листике. А кто еще не подписался на мой канал, скорее подписывайтесь. На моем канале уже очень много классных рисунков. Всем пока и до встречи на моем канале Pixelenger.